караоке-баттл «Суперстар Ростов». Совместный проект «Медиасити Ростов Лайв» и арт-шоу ресторана «Портленд» продолжается. Все больше поющих и талантливых приходят на вокальные кастинги. Новые участники, попавшие в очередной недельный финал, выступят сегодня. Напомним, главный приз первого сезона проекта – авторская песня и съемки клипа. Итак, выявить лучших нам помогут наши эксперты. Встречайте их. Сергей Полевец, фотограф международного класса, директор фотостудии «Марко Фано Дизайн». Юрасова Марьяна, флористический салон «Вам Букет». И Сейран Манукян, музыкальный эксперт проекта «Портленд». Наш председатель жюри Анатолий Зубков, композитор, продюсер, он работает с Жасмин, Филиппом Киркоровым и другими звездами российской эстрады. Он следит за нашим конкурсом онлайн и слушает и смотрит всех наших участников. Также я напомню для жюри, мы оцениваем участников по трем критериям – вокал, артистизм и сценический образ. Все участники сегодня исполняют по одной песне. После подсчета голосов за победу в финале недели будут бороться трое участников. Каждый член жюри ждет, наверное, какого-то участника, который тронет его до такой степени, что не захочется даже и судить, просто... можно сказать, вызовет какую-то бурю эмоций. Я бы хотел все-таки, чтобы это не просто Ростов провинция, да, чтобы мы нашли такого человека, которого не стыдно будет показать очень далеко за пределами нашего родного города, хотя бы в той же самой Москве. Но для этого нам нужно немножечко уйти от того репертуара, который наши конкурсанты поют. И мне хотелось бы посоветовать им все-таки представить, что они на экзаменах, и показать свой вокал, не только перепевать там Лепса или еще что-то, да, маргинальную музыку, а нужно показать свои вокальные возможности. Вот тогда конкурс наш будет очень силен. Итак, я готов пригласить на эту сцену нашего первого конкурсанта. Оксана Пастухова. Люблю с детства петь. Друзья говорили, попробуй, испытай шансы свои, может быть, получится и все. Поешь неплохо, нравится. На работе пою. Ну, решила попробовать. Кстати, по профессии Оксана повар, но это нисколько не мешает девушке на сцене. Даже наоборот, появляется уверенность, подача песни будет со вкусом. Я хочу тебя забыть, подушить на сердце боль. Я хочу тебя забыть, чтобы не убить любовь. Я хочу тебя забыть и в душе оставить след. Я хочу тебя, как быть, кто не сможет дать ответ. Следующий на эту сцену выходит Людмила Вернина. Спою песню из репертуара Арбакайте «Каждый день с тобой». Она мне как-то близка по душе. И я чувствую себя комфортно и, в общем-то, чувствую эту песню. Людмила поет уже 9 лет. Обычно исполняет популярные эстрадные композиции и романсы. Каждый день с тобой, сердце на руку, буду только я одна теперь. Каждый день с тобой, лето и зима, потому что я нужна. Я готов пригласить на эту сцену Марину Александрову. У меня незаконченное образование музыкальное по классу вокала. Но пою я давно. В основном исполняю эстраду. Народные песни могу исполнять тоже. Марина до последнего не могла определиться с песней. Пришло время узнать, каков ее выбор. Любовь похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Твое волшебное люблю, я тихим эхом повторю.
любовь похожая на сон. Счастливым делом мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Для вас готова выступить Тамрико Читанава. Готовится к выступлению Елизавета Семенова. Обычно пою в основном зарубежные песни. Сегодня я буду исполнять Дженнифер Хадсон «One Night Only» песню. Тамрико поет с раннего детства. Раньше занималась вокалом, но однажды решила взять передышку. И только недавно девушка поняла, что песни – часть ее души. На эту сцену готова выйти Елизавета Семенова. Готовится к выступлению Татьяна Норкина. Я проспорила песню своим подружкам. Вот, поэтому буду исполнять песню Арлекино Пугачевой. Услышим, как справится с поставленной друзьями задачей участница, ведь обычно в репертуаре Елизаветы Аллегрова, Успенская и Ваенга. Арлекино, Арлекино, нужно быть смешным для всех. Арлекино, Арлекино, есть одна награда – смех. На этой сцене для вас выступает Татьяна Норкина. Готовится Станислав Жуков. Все время приходится где-то петь. Конечно, начинала с хора, потом это все домашние посиделки, потом караоке. И вот привела меня судьба сюда. Татьяна – юрист по профессии, любит песни в стиле соул и блюз. Поэтому сегодня исполнит композицию певицы Бейонсе «Listen». А я готов пригласить на эту сцену Станислава Жукова. Готовится к выступлению Екатерина Пивоварова. Появился с 2009 года и профессионально не пою, не занимался, то есть для себя, только для души. В городских караоке, где и можно услышать голос Александра, чаще всего он исполняет итальянские песни и произведения Александра Серова. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с неба пасмурным солнцем, все равно я отсюда тебя заберу. Светлый терем с балкона на море. На этой сцене для вас сейчас будет выступать Екатерина Пивоварова. Буду петь Уитни Хьюстон «I Will Always Love You». Это песня, которая богата различными приемами вокальными, поэтому, то есть можно за одну песню показать, в принципе, и диапазон, и всякие там приемы, поэтому выбрала ее.
Екатерина занималась в музыкальной школе с 5 лет, затем поступила в вокальную шоу-студию, с которой объехала множество городов не только России, но и ближнего зарубежья. Следующим для вас выступает Григор Симонян. Самое главное — не расстраиваться, не волноваться во время выступления. Просто как бы целеустремленным образом относиться ко всем маленьким деталям, чтобы как бы не, в душе переворот не было. Молодой человек о певческой карьере никогда не помышлял. Все изменилось после просьбы его отца, музыканта, стать первым в роду вокалистом. Это время, что провел я с тобой, мне не забыть. С расставанием не обрел я покой, но как мне быть? Я в твою игру не хочу играть. Я тебя нашел и также потерял. Что тебе сказать? Не осталось слов. Думал, счастлив я, но ушла любовь. Итак, Илья Щеголев, встречайте, ваши аплодисменты. Если чувствую какие-то проблемы с голосом, просто хватает горячего чая выпить и все. А волнение само отпадает со временем. Илья занимается вокалом с детства, добился своей маленькой цели. Теперь он педагог-организатор. Признается, песни у него в душе. Il diventato freddo brivido, l'è risato nel nostro cielo, scene ormai recuperabili, io non sono più il tuo pensiero, non sono più il tuo amore vero, sono un dolce con fondo amaro, che non mangi più. И завершит первую часть нашего вечера Сергей Бондаренко. После чего мы вместе с жюри удалимся и будем заниматься подсчетом голосов. Итак, встречайте, Сергей Бондаренко. Ваши бурные аплодисменты. Добрый вечер всем. Имея такой как бы дар с рождения, я стараюсь петь, получается, со всей душой, искренне. Ну и поэтому я на этом мероприятии. На самом деле, поучаствовать в конкурсе Сергея буквально уговорили друзья. Они уверены, что такой талант не должен пропадать. Небо на ладони, разный белый свет. Небо на ладони, принесла мне нежно. А разве было мало? Жить небесный закат, а ну зачем гадала? Разом я смотрю, ребята действительно стараются быть все достойнее и достойнее. Я уже третий раз в составе жюри, и я вижу прогресс. Вы знаете, прошлый конкурс у нас был, и мы с трудом выделили 4 человека, а среди них еще произошла и борьба. Это уже замечательно. Мне уже самому начинает нравиться. Это караоке-баттл «Суперстар Ростов». Жюри подвело итоги. Итак, вновь не смогло выбрать
лишь трех человек, и в финал проходят четверо. Итак, их фамилии. Елизавета Семенова, ваши аплодисменты. Тамрико Читанава. Илья Щеголев. И Сергей Бондаренко. Эти четверо участников сейчас исполнят еще по одной песне для того, чтобы мы определили лучшего, так скажем, звезду нашего вечера. Итак, я приглашаю на эту сцену Елизавету Семенову. Мой сын, мой цветочек, мой бутон, самый мой счастливый сон, мой сын, усни, родной, и на маминых руках даже самый страшный страх пройдет, и я усну, как в детстве засыпала на руках с куклой старенькой своей. И пусть приснятся мне бездонные глаза милой мамочки моей. Мамины глаза все на свете понимают, мамины глаза все грехи нам отпускают, мамины глаза. Ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. О-о-о-о-о-о, мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей и прощать, но не прощаться, мамины глаза. Как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Тамрико Читанава. Итак, ваши бурные аплодисменты. I call you when I need you, my heart's on fire. Come to me wild and wild. Will you come to me? Give me everything I need. Give me lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know. Baby, you're simply the best. You're better than all the rest. You're better than anyone, anyone I ever met. Второй песней нас готов наградить и следующий участник – Илья Щеголев. Birds fly is high. I feel sun in the sky. You know I feel breeze drifting on by. You know I feel it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. We're running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Oh, yeah. Итак, Сергей Бондаренко, его вторая песня.
Тут и там оживление и суета. В этом мире что-то не так, в нем какой-то волшебный уют. Тут и там расставляя мечты по местам, мир меняет твоя красота. Я его больше не узнаю. Итак, я назову трех человек, которые выйдут сейчас на эту сцену. Елизавета Семенова, Илья Шигалев и Тамрико Читанова. На сцену, да, пожалуйста. Вы уже в финале, но кто же стал звездой нашего вечера? По мнению жюри, третье место занимает Елизавета Семенова. Ваши аплодисменты. Второе место — Тамрико Читанава. И звездой нашего вечера становится Илья Шигалев. Итак, ваши бурные аплодисменты. Эти прекрасные цветы от нашего партнера цветочного салона «Вам букет». Вам и слово. Спасибо. Мы поздравляем всех участников. Вы сегодня, все участники, были великолепны. И мы вам желаем, чтобы ваш путь к успеху всегда был устлан такими же красивыми цветами. Спасибо. И, конечно же, нам нужно послушать мнение жюри. Вот у меня лично сложился уникальный такой случай. Вышло 4 претендента во второй тур, и все 4 у меня набрали одинаковое количество баллов. Были свои недостатки, были свои достоинства у каждого. Ребятам нужно, конечно, много работать, и даже тем, кто сегодня победил, кто занял вторые и третьи места, они это все понимают. Разрывы минимальные и у тех, кто не прошел на эту сцену во второй тур. Мы надеемся и хотим их увидеть в следующий раз. У нас есть прогресс. У нас есть такой уже ветеран нашего шоу, это Станислав Жуков. Мне сегодня очень понравилось его выступление. Он выбрал очень интересную песню, очень замечательного композитора нашего, поэта. Я думаю, что Станиславу нужно работать, и мы обязательно его увидим в числе и победителей. Я хотела еще раз тоже выразить благодарность всем участникам. Действительно, большое удовольствие было слушать каждого из вас. И действительно, разрывы в наших баллах были минимальны. Ну вот, победители определились следующим образом. И, конечно же, очень сложно непрофессионалам соревноваться с уже профессионалами, потому что слышно, кто занимается вокалом, занимается, скорее всего, уже давно, а кто только действительно поет караоке и поет для души. Отдельное спасибо я хотела сказать Екатерине, да? Да. Марине. Нам очень понравилось ваше душевное пение, было очень приятно. Конечно же, Станислав, это вообще мой фаворит, признаюсь честно. Бесконечно красивый голос, тембр, вернее. Вот. Также мне очень понравились другие молодые девочки, такие нежные, такие красивые, с такими красивыми песнями. Большое вам всем спасибо. И спасибо, конечно же, победителям. Ну, самое главное, что вы получаете удовольствие от пения. Я вот вижу в глазах, ребята, девчата выходят и с удовольствием исполняют. По большому счету, да, вокал – это все равно немножко субъективно. Одному нравится, другому не нравится. Но мы старались быть объективными, поверьте нам, потому что тут были несколько номеров, которые вот подчеркнули до этого. У меня тоже даже по баллам посмотреть, ровные, там десятые доли играли роль. Например, Татьяна Норкина очень прекрасно смотрелась и пела. И Марина, да? Марина Александрова тоже хорошо. Поэтому поймите, что это не значит, что вы плохо поете. Просто вот нюансы, маленькие мелочи, которые играют большую роль. Поэтому самое главное, что вам нравится петь, у вас это хорошо получается. Желаю вам удачи.
Всех четверых мы ждем 23 февраля на большой сцене с выступлениями, и вас в том числе в качестве зрителей. Ну а сейчас своей финальной песней Илья как раз-таки нас порадует. Итак, еще раз всем бурные аплодисменты. Спасибо. Superstar sucked into the supermassive.